Меня еще больше закидают не только там, шапками и тапочками, но, боюсь, еще и презервативами закидают женщины. Использованными. Использованными. Они приходили и говорили, они были готовы на все. На все. Они были готовы переспать с кем угодно. И многие так и шли по целой цепочке. Угу. От помощника режиссера там, по кастингу, дальше там помощнику продюсера и так далее, и так далее. Пока добирались до самого верха. Самые успешные из них становились женами преуспевающих и значащих драматургов, режиссеров и продюсеров. Это считалось верхом карьеры. Но они шли не по трупам, а по постелям, перешагивая из одной постели в другую. И никто их насильно не заставлял. Они искали возможности как-то выйти на этих людей и с кем-то переспать, чтобы сделать карьеру. Можно ли их за это осуждать? Нет. Почему тогда мы должны осуждать Харви Вайнштейна? Тем более, что это были времена, как ты совершенно правильно сказал, совершенно других нравов, других обычаев, по-другому это делалось, и по-другому это все выглядело.